Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности, на котором были рассмотрены стратегические риски реализации транспортно-логистического потенциала страны. Руководители госорганов и нацкомпаний доложили о работе по решению системных проблем по комплексу направлений, включая железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки, а также трубопроводный транспорт. Глава государства отметил высокую актуальность развития транзитных грузоперевозок, в том числе по транскаспийскому международному транспортному коридору. По итогам рассмотрения президент дал ряд конкретных поручений правительству.